Школа Анни Комарової. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Комарова. И сегодня мы с вами будем учиться делать высокий хвост. Он будет высокий сверху, но вторая часть, она будет чуть ниже. Это новая тенденция, это уже тенденция на следующий год. Как мне кажется, она еще только набирает обороты, но я уверена, что она будет очень и очень пользоваться большим спросом у невест. Начинаем. Делаем разделение. И когда делаем разделение, сразу же уже начинаем расчесывать все наши волосы. Разделение у нас будет следующее. Мы практически на две части делим всю голову. Конечно же, мы уже всю голову прогофрировали, начесали, немного нанесли пудры на корни. И теперь начинаем выводить такую форму. Фиксируем в этой точке резинкой. У нас получается вот такой вот хвостик. Далее мы делаем еще один хвостик. Далее на эти хвостики мы надеваем валики. Раз валик и два валика. И после этого берем небольшую прядочку и начинаем обкручивать вот этот вот валик прядкой волос. Полностью весь валик обтягиваем волосами со всех сторон. Конечно же, пряди. Добавляем небольшое количество прядок.
вначале просто. Вот таким вот образом обхватываем. Верхний валик нам служит как бы таким домиком для наших трес, в которых они прячутся просто-напросто. Ну, пожалуй, верхний валик я еще одной прядочкой обтяну. Every dude inside look like he working up an appetite for the night. Check it. Ну, вот такой вот у нас хвост получился. Это достаточно быстрая прическа, но она подойдет, я думаю, как для похода на вечеринку, так для дня рождения, так и для элегантного, сдержанного свадебного платья. Мы сейчас наденем украшения, серьги, свадебное платье, и вы увидите, как это будет смотреться полностью в образе. Ну что, мои дорогие и любимые подписчики, с вами была я, Анна Комарова. Я очень надеюсь, что вам понравилась моя новая прическа. Я всегда очень трепетно отношусь к каждому вашему комментарию. Я всегда очень благодарю вас мысленно за ваши лайки, за ваши просмотры. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Я все это делаю только для вас. Напомню, я свадебный стилист, который просто обожает делать свадебные прически и макияж. До встречи на следующем уроке. Пока-пока!
Baby, do stop. Look like you're working up an appetite for the night.